Стало доброй традицией в рамках недели знаний проводить тренинг по основам оказания первой помощи. Эти навыки особенно важны для людей, работающих на производстве. Спикеры подробно объясняли и наглядно демонстрировали алгоритм срочной помощи, которую способен оказать человек до приезда бригады скорой помощи. Тренинг посвящен основам оказания первой помощи, именно экстренной первой помощи, именно для тех людей, которые не знают, что такое медицина, не знают, как оказывать. Это прям экстренные какие-то мероприятия, которые не будут ухудшать состояние пострадавшего и дают спасающему и пострадавшему возможность чувствовать себя комфортно. В программе тренинга несколько обучающих блоков, посвященных определенным темам. Например, реанимационные мероприятия, где присутствующие учились правильно проводить сердечно-легочную реанимацию при отсутствии у человека сознания, остановки дыхания и кровообращения, а также экстренная помощь при ранах и кровотечениях, переломах и ожогах. Еще одной важной темой стало психоэмоциональное состояние. Слушателям рассказывали, как не растеряться и помочь пострадавшему, правильно выполняя всю последовательность действий. На занятие такое, так скажем, по первое оказание медицинской помощи я впервые. Поэтому, может быть, я и задаю много вопросов. Вот. Ну, очень многого для себя взяла из этого обучения. Полезно очень много, чисто прикладных сведений. Вот, много сведений о травмах, ранах, способов лечения, накладывания жгутов, все такое прочее, все очень полезно. Все сотрудники АО «АрселорМиттал Темиртау», посетившие тренинг, сами изъявили желание принять участие в мероприятии. Участники обучающего курса узнали много нового, а также освежили уже имеющиеся знания. Кристина Кириченко, Евгений Ходорев, Андрей Буховский. Новости Темиртау.